Это вторая часть прохождения Outlast от Моника. И мы видим какую-то ебанину дикую. Что это такое? Создатели Костян Пи. Костян Пи создатели. Ладно. Еба, а почему у тебя Все. трансляция в 2 FPS? Гамма. Так, ладно. Излучение. Костян, у тебя мышка тоже в 2 FPS, или чё? Твою мать. Да, на самом деле. Давай продолжим. Почему-то игра нормальная. Во. Ой, со звуком. Я вспоминаю прошлые попытки наши. А он много до этого стримил? Чему? Нет, он не стримил. Такая, мы не прошли тут. Какая же... А, это, кстати, я помню эту локацию, когда прохождение кого смотрел, это же почти самое начало. Сейчас будет скрин, ну да. Помните? Хули мне понравились Да. батарейки-то, придурок ты. Это не скример, кстати, это просто чувак болтающийся. Тебе показал, что это скример. Давай, заходи. В скором времени будут видосы. А, там за звуком было. Но все равно не страшно, даже со звуком. Ну, я не испугался. И сейчас тоже. Давай, взлетай быстрее, брат. Только лагает жестко. У вас тоже? Нет, да не, нормально. Вот сейчас не лагает. Давай, заходи, тут уже знаешь, что ничего нет. Прикольно висячие челики. Давай, Кость, свинячие яички потереби. Они перебили нас. Вычислили. Варианты. С ними нельзя бороться. Прячьтесь. Главные ворота. Что это? Хранить выйти. Чё, Костян, ты сделал? А если сейчас ты побежит за мной? Ты дурак? Кто за тобой бежит? Ты трансляции? Убирайтесь нахрен из этого проклятого места! Давай дальше. Дальше иди налево. Здесь ничего нет, по-моему. Блять, так страшно играть 10 FPS, конечно. Так страшно играть с... друг с другом. Когда кто-то с тобой разговаривает. Костя, ты еще можешь комментировать, потому что это на YouTube пойдет. Убери камеру, тут свет есть. Почему у него просадки какие-то дикие бывают, а потом более-менее нормально? Номан, у тебя тоже подлагивает иногда? Ну так. Зачем тебе туалет? Да пописать хочет. Ну давай, открывай. Поехали. Действие нужно. Действие, экшен. А, я помню, кстати, здесь трудно пройти очень. Чё трудно, подожди. Костя, монстр срёт, поехали. Да не надо сохранять ничего и выходить. Начинается, я говорил, что просто будет ходить. Пожалуйста, Костя, ну это на YouTube, это будет проходить. А, ты зачем вообще это сказал, Костя? Одну секунду, пройдет 5 лет, мы такие думаем, давай поностальгируем, включим видосы, как мы там в игры играли, там я играл, там с Костей там играли, и вот это вот будет. Лучше пускай ты будешь обсираться, но зато будет это весело. Чем вот так... Мы с тобой как бы разговариваем, не так страшно. Плюс 10 FPS, знаешь, я понятно в полном погружении в HD качестве играть там. О, потом батарейка. Как он ее поднимает, конечно. Членом. Давай езди. Кость, ехай. Ехай. Там было написано Азов, что... Все, выключай. Если что, этого долбоёба просто походу перегрелось центральный процессор. Блять, это же самое начало игры, как-то проебал уже все батарейки-то. Да нет, 3 из 10, нормально. Точно ничего. Давай, иди в эту щелочку, алё.
Че? Что? Поросёнок. Это кто? Папа твой пришёл. Кость, давай включай. Вернуться к игре, давай. Кость, 10 FPS вообще не страшно. Смешно тоже. Особенно вот это с данными сейчас. Поросёнок он хохла позвал. Да-да-да, хохло. Блядь, двинул с мышкой. Да, и вот эта сцена, она почти в самом начале. Так он ничего не прошел так. Как он все батарейки-то просрал. Так а их же не 10 за типом. А да. Это еще кто? Поросенок. Когда аккаунт сказал мне, побежал, я так передернулся. Ты раз 10. Передернул? Кость, зачем передернул? Раз 10 уже. Кость, у нас геймплей. Так еще и раз 10, прикинь, 10 раз. Понимаю, Всевышний послал мне апостола. Да направит тебя длань, Божья сын. У тебя есть призвание. А почему взрослого мужика лет 50 озвучивает какой-то 20-летний парень? Да, так еще и с таким акцентом странно. Есть куча озвучивающих, нормально, чего они тут позволят? Ебать, 5 FPS, как же круто смотреть. Беги, Костя, давай, беги! Давай, выберитесь или чем? Закройте главную дверь через диспетчерскую службу безопасности. Кстати, а сейчас работает баг вот этот, чтобы в самом начале ты через кусты прыгаешь и попадаешь в самую концовку? Так он уже этот баг прошел, это надо обычно на улице делать. Не знаю. Ну, я думаю, да, есть. На спидран, по-моему, 7.58, что ли, что-то такое, вопрос. Типа, когда по хреняку смотрел, потом подумал, что как это, как можно здесь все это пройти за 7 минут, оказывается, там, блядь, прыгнуть надо куда-то. Ну, спидран всегда использует баги в играх. Half-Life, по-моему, самый рекордный, 20 минут, что-то. Все, что Black Mesa. Первый? Ну да, но это все, что Black Mesa, все, что всякие ремонты. Как страшно, 5 FPS, охуеть, чувак выбежал и что-то бьет там. Слушайте, в Грисмоде с Рикисоном больше срался даже. Хотя там даже ни разу не испугался. Когда я один был, там. Открывай был... дверки, может, батарейки найдешь. Когда я был один, есть. Там было пару скримеров, на которых я прям вздрогнул. Прям жестко, аж подлетел, нахуй. Монстр срет, видишь, опять рука. Вот даже моделька одна и та же, Кость, не страшно. Вот такой. Блять, вот ровно такие же туалеты во всех картах Грисмода. Опять там монстры срут. Кровь какая-то. Такие же туалеты везде. В нашей школе особенно. Нет, в играх, блядь, пора почему-то используют толчки. И сейчас он встает, и Костя обсирается весь стол. Это что, у него хуй такой? Ничего себе. А че это такое вообще? У меня такие же ботинки, как это опять. Поехали уже, давай, Кость, дальше. Нажмите, удерживайте. Ты прямо костяковый режиссер, чей. Что? Ну ты режиссер прям заставляешь. Заставляю. Ну потому что он. Если я его не буду заставлять, он так и будет стоять в туалете в этом, скажет, мне здесь уютненько, а я здесь остаюсь. Очень интересно. Мило, очень мило. Мужик сидит, ну иди к нему. Видишь, он плохо. Посиди с ним. Компьютер, вон, блядь, подожди, посмотри, монитор 16:9 или нет? Не, навряд ли. Да покажи. Какую-то рассматривать. Да, монитор 16:9, мне такой надо для записи сорса. Можешь мне помочь взять? Чё было? Это вот, блин, батя там пьет на кухне, давай. Ну? Костян. Мы хватит на себе? Нет. Ты дурак, серьёзно. Что мы сделали? Он проехал в одно место, зашел в туалет, потом во второй туалет, мы его сбросил в монстр, и кто-то его там поприветствовал. Я пошел. Давай назад. Мне нравится, мы играли в GTA только что, Моник очень сильно рвался. Если кто-то это посмотрит, обращение к ним, вот этот еблан очень хотел в Wild Plus, уже... Где открывается? Что происходит? Там монстры срут, давай. Учимся открывать двери вместе с Моником. На таких настройках и с таким качеством, с таким FPS очень трудно прям играть. Я, кстати, представляю температуру его
ЦПУ. Здесь, кстати, скример будет жесткий. Да шучу я, придурок! Ты не вышел из игры? Только не надо выходить из игры, потому что, блядь, не так. Ну нет, он не вышел из игры, он просто кло. Нет, подожди, не нажимай. Давай вернуться к... Я пошу. Какие страшные звуки. Блять, чел, люди проходили на хардмоде, блять, в одиночку, там, в идеальном качестве. Хардмод? Тут типа есть, это? Есть настройки сложности, ты не знал? Нет. Есть изи, есть хардмод, когда ты просто проходишь один раз, у тебя нет возможности, то есть, когда ты умираешь, ты в самом начале появляешься. Тебе нужно заново всю историю проходить. А Костя с этажа то. А у него какой уровень сложности? Костя какой поставил? Легко. Я такой прицелил, 1.6 мечтал. Да, Костя, это очень правильно. Ну, тут есть дверь. Это так прям атмосферы добавляет. Ключ закрыт. Мы на это не соглашались. Так почему мы должны за это платить? Ты дебил, что, блядь, это... Еба... Костян, ты реально дурак, что ли? Не прикидывайся. Просто за дверью челики разговаривают, и даже этого слышишь. Почему заперлись? В каком тельте? В тельте? Как... У тебя целый особняк, ты не знаешь, куда идти, он... Это кто? Это кто? Ну дрочит, сидит чел, блядь. Ты встаёшь, ты... Ну приятно, да, устал после рабочего дня. Да, чё, приятно, полезно, совмещает. Ты мешаешь ему. Отойди от туалета уже, а. А там, кстати, есть такая кабинка, которую не заходил, ну ладно. Нет, нету. Там третья, которая крайняя левая. Он был в двух. Да, там ничего нету. Да, конечно. Ну вот, уборщица. Ну она блевала здесь, Марья Ивановна. Давай, пошли. Наша Светка. Наша Света громко. Нет. Наша Света, которая из школы. Почему вы признались на целую историю в один из подписчиков, что мы школьники? Ты чё? Мы в 9-м классе нормально. Ты пришёл оттуда? Да. Костян, у тебя память, что ли, отшибла? Чё? Вуайерист подсматривает за дрочкой. И сейчас это... X-видео сейчас положит. Ведёт трансляцию, поэтому не лагает этот фильм. И на Бонго и Камс одновременно. Костя, мониторов куча, блядь, давай напиздим. Мне бы для дома 5000 не платить никому. Смотри, он тоже дрочит, устал. Нет, он уже все надрочился. Нужно найти выход из лечебницы, Костя. Ты можешь мне? Монитор 16:9. Ты книжки забыл. А вот... Что ты хочешь сделать? Он читает три слова. Ты что, серьезно будешь читать? Это какие-то смешновки. Скорее, чем... Повсюду трупы, а как страшно. Я говорю, это скорее смешновки, чем пугалки, ну это бред. Давай уже выключай. Судя по обычаям. Обычаям. У меня... Давай назад. Все, давай, врубай. Не игру только. Ну... Да дальше давай, следуй. Лечебницу, блядь. Похоже на нашу школу, ладно. Да ну. Тоже мертвенький, труп валяются, блядь. Каждый день туда ходят. Мониторы 16:9 желанные стоят. Сука, сколько ж тут мониторов, а? Кабинет информатики. Блядь, сколько тут мониторов? Мне бы один. Кость, ну возьми его и пошли из лечебницы. Сука, я только хочу писать с этим, с Рикисоном в экран. А вот этот видос будет квадратный, потому что у меня еще монитор 4:3, тут завтра появится. Сейчас что-нибудь будет.
Ну и чё, ну будет и будет. Ну пиздец, ну это в 5 кадров, это так трудно смотреть. 25. Ну хорошо. А у тебя ты я. Он вот. Взял папку. Вот это вот что-то будет. Это рекорд. Да ты, блядь, быстрее заблудишься, чем тебя найдешь. А это что такое? Бля, монитор 16 на 9. Я каждый знаю. Хватит нет. Я знаю, как ему серию назову. А чё он начал дышать жестко? Вы догадались уже? Это потом ты спрячешься, если что-то найдешь, давай. Это место, чтобы прятаться? Не знаю. Типа. Ну сейчас тебе про пиздон вставить, давай ехать. Давай, 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 контент. Ну выкрути хотя бы эти. Я вот, кстати, предлагаю сделать ремейк Outlast, где нужно воровать мониторы и видеокарты. Блять. Давай к нему, подойди, подойди к нему, подойди к нему. Письку засними. Он дергается там чего-то. Ну трочит он. Ну помоги почти, ему кончить, почти. Поехали. Включи ему там какой-нибудь видос. Если чего, побежи за стол, за стол. Механика 69, включи им хороший канал. Добрый. Потрясаю. И чё? Он тоже ничего не встанет? У него встанет, давай. Что ты делаешь? Наверное, кстати, когда он возвращается в игру, какой-то страшный звук происходит. Я уже не один раз замечаю. Не дыши так. Ну пускай дышит. Чё ты все время камеру достаешь? Зачем? Ну так же на улице, прикинь, там чувак на лавке отдыхает, сидит, он подходит. На свет. Зачем ты камеру так достаешь, алё? И там люди сидят, они добрые, они тебе помогут. Ой, блядь. Вот это сейчас самое страшное было. А им все равно на тебя? Вообще похуй. Как интересно. Правда, это телевизор 16 на 9. Посмотри на чела, который это. Егор, ты догадался? О чем? Как я серию назову? 16-9. Ну да. Примерно так, да. Где звуки? Ну ничего не происходит, давай. Дальше иди в другую комнату. Скачал Outlast, позвал нас. Я сижу, пишу для Ютуба, он, блядь, уёбывается. Ничего тут не происходит. Блядь, ты совсем дурак, Костян. Хватит в одно и то же место смотреть, что ты делаешь? Пройти, и там можно сесть, если что, окей? А куда идти? Попробуй через эти доски. А, там? Да не эти, вот там, которые. Чё у тебя сенсор? Как бегать можно? На шифт, я не пробовал. А, точно. Ты, блядь, дебил какой, ёб твою мать. Ты смешновки. Смешновки. Сейчас больше... Это больше бесит, когда он такие... Я говорю, прикинь название, смешновки в Outlast. У чела разорванная башка, и чё ты? Он уже тебе точно зла не сделает. Да. А ты что, он потому что... Да. Ну, оргазм был, давай, не дам. Блядь, еще монитор 16 на 9? Сейчас он встанет, блядь, тебя убьет, ну давай. Бейджик. Найди на карту одну сторону. Ты дурак? А. На печку еще звуки послушай просто. А, я понял, для чего эта карта. Чего у тебя... С этим... С курсором. Угу. Чё это такое? Это дискотека. Да. Дискотека. Это дискотека века. Эй, Костя. Костя битмейкер. Хейкер, личный дэнсер. Шейкер-мейкер. А, Костя, беги, давай, тебя сожрут сейчас же. Ты так громко топаешь, что ли? Посиди с ним, давай. Как думаете, превью какую-нибудь сделать с его прохождения или опять ту же самую?
Вы съебалом, Костя. Нет. Это точно нет. Ну давай, шейкер, шейкер. А, подожди, одну секундочку. Егор, у тебя тоже пролагало? Да, у меня жестко пролагало, то что я даже скримера не видел, просто кадр, как он подошел, я, кстати, и кадр, как он напал. Я знал, что этот чувак станет, но у меня... У нас остановилась картинка, и только звук был, а потом он только в очень быстром спидран-режиме на тебя напал. А у меня просто кадр как, типа, стоит и потом нападает. Как стоит, давай, как стоит кадр, хорошо. Вернуется. Вытащи их, пожалуйста, доктор Милорд! Выживи их, ты должен мне помочь! Ты дурак? Как назвать серию, 16 на 9 или вернуться к игре? Давай вернуться к игре, Тим. Не мучай меня стало. Больше! Придурочный, блядь. Попинай его давай. В GTA бы он так и сделал. Не, давайте в Outlast пойдем. GTA же не для нас. Блядь, мониторы опять. Шейкер, шейкер. Рома битмейкер. Иди, диспетчерская была, подожди. Какой фетиш, Кость, давай двигайся. Диспетчерская где-то была. Ну ты, где она была-то? Ой, Кость, у тебя реально вообще было похоже что-то. Ебать. Откуда я пришел? Это самое смешное от вас. Откуда я пришел? Он стоит прям в точке, откуда пришел. Откуда я пришел? Да, это так просто выйти, да? Есть легендарное видео, называется «Я какой в туалете, Костя». Не хочешь ремейк заснять? Или у тебя оригинал есть вообще другой там? Что делаешь? Какай. Вот он так же себя сидит. К нему заходит, спрашивает. Ну вон там была, алё. Ну там, я знаю. Ну так иди. Это Степан Бандера справа висит. Нахера ты знаешь, что ты смотришь, или тебе лучше просто бежать и все. Ну shift нажми, заебал уже. Зачем тут 5 шагов? Что он даже эти 5 шагов будет идти как дебил. Сисурите, открывай. Шейкер, шейкер. Я, кстати, что-то примерно помню, что в этом моменте. Он помнит, что. Я просто, я припоминаю, как, ну, куда-то идти в целом, просто помню. Я, все, то есть, я, у меня какие-то всплывают, я просто давно смотрел. Может, полтора года назад, проходняк. Вон, клавиатура. Не знаю. Да, Костя, если ты что-то увидишь там, да, обязательно. 25 кадров свои. Программист, это что, кумир? Информатика? КЦ, начало КЦ, пока справа свободно, начало цикла. Нет, ты забыл это. А это кто? Робота, робот. Потом к тебе идет. А, выключил. Да, даже он электричество выключился. Боится. Теперь тебе чисто надо перезапустить генератор в подвале. Тихо, стой, 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 не выходи. Короче, я понимаю, что цель в том, что он сначала попадает туда, понимаешь, что здесь лучше не находиться. Что там в шкафчике говорили? Блять! Вот это бурько. Сейчас попробую. Я понял. Блин, беги, 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 беги. Костя напоминает. А что тут не пить? Путь, 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 путь. Что происходит, он как это, Рончик? Ты украл мою булочку. Шейкер, шейкер. Я дурак, что ли, костер? Это путь. Так я тебе говорю, путь, путь, путь. Я не слышал, я просто ржал. Я тебя приду по суду.
Новое название для серии. Он все это время не боялся ссать от хочу. Вот это реально будет лучшая серия, блядь, на Old Gaming. Понимаешь? Я сначала вздрогнул, испугался, а потом ржать, блядь. Можно я тоже скажу по писяю? Да. А, Костя скажешь, что, чтобы не начинал? А то я еще пожать тоже хочу. Все, давай, скажи. Без него не начинай только. А я все. Я сказал тебе. А что он начал? Ну сейчас он придет и закончит. Дурак, не начинай. Ну, это точно не случится. Что, мы готовы продолжать? Ему спать сказали. Все выслал? А что, 2 секунды, да, поиграл? Ну давай, продолжай уже, не надо сохранять и выходить. Все. Все? На сегодня все? Да. А как ты сохранишься в моменте с монстром? Да нет, не, мне кажется, раньше будет. До этого. Давай хотя бы еще секунд 5, потому что в конце как бы получается пауза такая непонятная и не очень интересный конец. Давай хоть на чем-то интересно. А бегай чуть-чуть. Да пуш съесть, да? Так страшно, да. А, ты забыл то, что у тебя тут открыто теперь? Уй. А он пролезет, подожди, он пролезет, подожди. Нет, обернись, он не пролезет, он слишком жирный. Здесь стоит. Давайте закончим здесь. Здесь? А там матча какая-то текет по полу. Подожди, не выключай, подожди. Значит, вы смотрели вторую часть прохождения Outlast от участника канала Моник. Он снова что-то зассал, блять, что это за хуйня. И в итоге побегал от Пуджа, какого-то Винни-Пуха, что-то поиграл в какие-то игры. Вообще, не спиздил ни один монитор, не запустил генератор. Ну, в общем, но продвинулся очень далеко, при этом не пройдя и половины квестов. Но, в общем, видео получилось очень интересным, и всем участникам я тоже рекомендую попрощаться. Давайте, вы будете что-нибудь говорить или... До свидания. Всем пока. Да, всем пока. До.